Игровой портал Невасов.ру представляет лучшие игры недели. Невообзор. Всем привет, меня зовут Лия, в эфире обзор компьютерных игр. Поздравляю всех мужчин с прошедшим праздником. Желаю крепкого здоровья и никогда не унывать, а именно 7 футов под килем и поменьше подводных камней. Сегодня нашей первой игрой станет Мата Хари и подводные лодки Кайзера. На сайте игра появилась совсем недавно и уже успела найти тех, кто не взлюбил ее буквально с первого скриншота. И поиска, видите ли, много, и диалоги неинтересные. Предлагаем взглянуть на игру объективно. Мата Хари – это очень неплохой квест. Не без недостатков, конечно, чего уж там, но и не самый плохой. Тема шикарная, но кого может оставить равнодушным легендарная шпионка эпохи Второй мировой? К тому же одна из красивейших женщин 20 века. В этом смысле художники не подкачали. Главная героиня прорисована отлично. Длинные неозвученные диалоги не радуют, их просто лень читать. Ну и еще один минус – система обучения навязчивая и неудобная. А вот дальше сплошные плюсы. Много полезных для эрудиции фактов, захватывающий сюжет, оригинальные головоломки, что еще нужно хорошей игре. Вместо тупого поиска по списку – поиск действительно нужных предметов. Вместо банальных тайн – шпионские страсти. Невообзор ставит игре твердую 4 с плюсом и настоятельно рекомендует пройти хотя бы несколько эпизодов. Если честно, нарядом Маты Хари я даже успела позавидовать, ведь их можно носить летом. А наша зима уже так надоела. Может быть, обратиться к психоаналитику? Я даже знаю, где его можно встретить. Город вампиров. Не то чтобы с психоаналитика все начинается, но им, можно сказать, все заканчивается. То есть найти любовь всей своей жизни, не решив собственные психологические проблемы, главному герою не удастся. Мы с вами поможем ему пройти этот нелегкий путь, в том числе и в буквальном смысле. Персонажи трехмерны, поэтому можно наблюдать за тем, как они ходят из локации в локацию. Игра очень неоднозначна. Как прокомментировала Краля, от игры противоречивые впечатления. Сначала не понравилось, но а дальше стало интересно. Действительно, мрачноватая заставка и первый уровень скорее отталкивают. Поиск предметов, бесконечные блуждания, долго заряжающаяся подсказка. Вы не заметите, в какой момент окажетесь полностью захвачены сюжетом. С музыкой все наоборот. Если в первый момент она кажется великолепной, то уже минут через 15 утомляет. Озвучка хороша, мини-игры в меру сложные. Наш вердикт – «Город вампиров» – отличная игра для поклонников бродилок, головоломок и невероятных историй. Если вам не страшны кровососущие насекомые, я думаю, вы легко переживете встречу с душами умерших, которые, ну, никак не могут обрести покой. Тайны прошлого. Гонения на селимских ведьм. Именно с неупокоенной душой мы сразу и столкнемся, едва запустив игру. Никаких меню. Мгновенно погружаемся в игровой процесс, который до самой последней секунды будет держать в напряжении. Если считаете себя слишком впечатлительными, не делайте громко звук. Хотя музыка здесь, конечно, прекрасная и, что называется, в тему. Игра невероятно атмосферная, временами страшная. Но эта страшность преподнесена очень изящно. Если провести аналогию с кинематографом, то перед нами скорее фантастический триллер, нежели банальный ужастик. И это несмотря на мертвецов, кладбище и тому подобное. Мини-игр много, как, впрочем, и локаций с поиском. Справедливости ради стоит сказать, что подсказок хватает, предметы искать легко, и многие из них потом можно использовать. Придется обойти все уголки таинственного мира, прежде чем дойдете до финала. Про сюжет можно рассказывать отдельно и долго, но мы все-таки предлагаем насладиться вам обстоятельствами из жизни и смерти селимских ведьм непосредственно в игре. Обстоятельств нескучной жизни бывают много. Одним из них являются наши любимые игры. Качайте их бесплатно по ссылкам справа от окна. Всем желаю удачи и пока! Ты что, попрощаться? Сначала поздравляю. Руками-то можно? Может быть, обратиться к психоаналитику? Я даже знаю, где его можно встретить. Невасов. С игрой по жизни.